Всем добрый день! Хочу предложить вашему вниманию свою очередную покупку в магазине онлайн Trade.ru. Это смеситель для кухни китайского производителя Росинка. Производитель Росинка себя уже зарекомендовала на российском рынке как надежные и качественные смесители. У меня уже не один смеситель такого производителя. Сейчас вот у матери сломался смеситель, и ей решил купить такой же, как и у себя. Давайте посмотрим, как смеситель поступил на пункт выдачи товара. Вот он пришел в такой картонной коробочке. В нем находилось какой-то купон для, чтобы стать участником. Ну, это мне не надо. Также в нем, в этом купоне, находится гарантийный талон. Гарантия на данный смеситель 7 лет. Гарантия распространяется на сам корпус смесителя, на кранбуксы, что если какая-то протечка будет, можно, не выходя из дома, просто вызвать мастера, и мастер приедет и заменит бесплатно сами кранбуксы. Также вот тут инструкция лежит, как устанавливать смеситель. Это, в принципе, и так понятно. Сам смеситель, такой вот полиэтиленовый, с пупырышками, чтобы не повредился смеситель у нас при перевозке. Вот как выглядит смеситель у нас. С одной стороны, ретро-вариант, так как не ручкой переключается вода, а рожковыми такими рычагами. Но одновременно еще как бы такой топовый вариант. У него вот излив идет не круглый, как у стандартных смесителей, а квадратный. И поэтому, когда вот если передвигать сам излив, то вот здесь вот как бы получается, здесь квадратик на месте будет стоять, а здесь вот такие углы ромбиком. Сам смеситель изготовлен из нержавеющей стали. Я посмотрел, толщина примерно 4 миллиметра, что очень здорово. Это надежно, она проработает не только 7 лет, а как и указано, что срок службы минимум 30 лет у данного смесителя. Кранбуксы керамические, латунные. Они имеют поворот 180 градусов, то есть открываем-закрываем на 180 градусов. Еще что мне здесь очень нравится, то что, чтобы разобрать вот этот вот барашек, если вдруг когда-то сломается, обычно надо откручивать вот эту вот, ну как она, крышечку. И всегда проблематично, так как она там закипает, ну от воды, вода, мыло попадает, и потом проблематично вытащить. Здесь все решено очень просто. Здесь она просто вынимается. Вот сейчас я ее выну. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот колпачок. На ней резиночка уплотнительная, чтобы, ну, никуда не делась. Как бы она сидит там, и всегда можно и вынуть, и не вылетит она. Как всегда, холодная вода с правой стороны, горячая вода с левой стороны. Также идет здесь аэратор. Аэратор — это вот он. Такая сеточка, которую можно снимать. Он, как считается, как мелким фильтром, чтобы камни не шли из крана. И еще рассеиватель воды, чтобы не просто струя, не пойми куда, текла, а она как бы воду в определенном направлении дает течь. Крепится смеситель в мойку. Диаметр отверстия посадочного в мойке должно быть 35 миллиметров. Крепление тут тоже интересное, необычное, как вот просто гайкой там затягивается. Тут уже вот имеется вот такое вот крепление. Латунный такой бочонок. Его вкручиваем в дно смесителя.
И потом вот этим вот пластиковым зажимом мы его зажимаем. И у нас получается, во-первых, очень удобно монтировать это. Это не надо там лазить с ключом гаечным, искать эту гайку, как обычно, чтобы ее закрутить. А тут просто от руки, и достаточно такая она вот толстая, прям под толщину всего смесителя. То есть закручивать рукой будет очень удобно и быстро. И также демонтировать будет удобно. Также в комплекте идут гибкие шланги на полдюйма подводка. Стандартные. Ну, они, конечно, коротковатые. Тут 30 сантиметров. Они, ну, обычно все их выкидывают, потому что обычно в нашей кухне нужны сантиметров 80 гибкие шланги. Также идут две прокладочки. Одна прокладочка круглая, она в смеситель идет. А вторая прокладка, вот круглая она. А вторая прокладочка это под вот эту вот пластмассовый вот зажим. И нигде вода течь не будет. Если подвести итог к данному смесителю, то данный смеситель действительно сделан очень качественно. Все узлы очень хорошие. У меня такой же смеситель, он нигде не течет. Все отлично. Вот в таком вот интересном вот он стиле сделан. Гарантия очень большая от производителя. Монтаж производится очень легко. И в магазине онлайн Trade.ru сейчас проходит акция. Он стоит дешевле почти на 2000, чем у других магазинов конкурентов. И плюс еще можно воспользоваться бонусными баллами и потратить их как бы в цену смесителя. Что очень здорово. Спасибо магазину. Ну, спасибо вам также за просмотр моего обзора. До свидания.